Но, видимо, не все хотят укреплять иммунитет и психику, а зря. К другим темам. Терьер «Елка», «Грифон», «Божья коровка» и «Доберман» в русских валенках. В Новосибирске прошел необычный карнавал. В новогодних костюмах дефилировали собаки. Кто-то для создания наряда использовал дорогие ткани и аксессуары, кто-то брал оригинальностью идеи. В этом году безоговорочным лидером жюри назвало пару Ольги Авдеевой и ее «Добермана» Шеффилда. Костюм под названием «Валенки» покорил всех задумкой, а главное — подачей. Хозяйка вместе с питомцем показали небольшую деревенскую зарисовку. Русской зимой деревенский мужик в валенках и ушанке тащит на спине своего подвыпившего дружка.